Ну вот я вам хочу показать, что я сегодня купил за 900 лир государственных магазинов, которые организовали сейчас продажи во время Рамазана. Вот специальные магазины и длинные автобусы такие. Это с государственной скидкой, со всеми делами. Вот. Ну, у меня мясо все по 200 лир килограмм. Вот такое мясо. Вот она. Вот это. Они одинаковые. Вот это уже два этого. 2,5 килограмма мяса. Вырезка вот такая вот она. Вот она. Вот такая вот вырезка. Вот такие вот вырезки. По 200 лир килограмм. Говядина вот такая вот. Здесь вот у меня 2,5 килограмма здесь. И 2,5 килограмма фарша. Вот, смотрите, у них обертка тоже специально государственная. Это вот такой жирненький вот это. Готовый уже, как говорится, фарш. Вот такая. Вот она. И суджук вот такой вот. Килограмма полтора суджук. Вот за все это. И вот это долма делать, чтобы виноградные листья. Вот они, виноградные листья, замаринованные лимонным соком. Вот они вот так стоят, вот окурченные, вот такие эти. Вот за все это я отдал 900 лир, ребята. Ну, получается как? Здесь 2 килограмма, здесь 2,5 килограмма. В общем, здесь 1,5 килограмма, килограмм с лишним. В общем, где-то около 5,5 килограмма. С этим долмой, вот с этим я за все заплатил 900 лир. Вот. Если бы я марки тебе это купил бы, да, марки тебе это купил бы, обошлось бы мне, ну, где-то на 300 лир дороже, а то и больше. Вот сейчас месяц будут продавать. Вот такая же мясо вот здесь, вот такой обертки. Вот она. Ерлиэт, тогал, ерлиэт, местное мясо. Вот, это вот баранина. Вот, ну там и баранина. Баранина. Свиткузи это вот баранина. Вот, это тоже фарш из баранины. Вот он. Суджук тоже из баранины. Вот так вот она. Вот такие вот дела, ребят. Без костей, без ничего мяса. Все чистое. Вот, в общем, вот это три какое-то мясо где-то. Ну, будем говорить так, где-то около 5 килограммов, да, и вот это, ну, 5 с лишним, 6 где-то килограмм, около вот так вот, да, получается, вот так вот, такие вот дела.